Сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали работника одной из авиакомпаний. Мужчина причастен к коммерческому подкупу в особо крупном размере и злоупотреблению полномочиями. По версии следствия, задержанный умышленно предоставлял льготные условия бронирования и продавал авиабилеты по более дешевому тарифу в интересах одной из коммерческих организаций региона. За это получил от ее представителя более 9 миллионов рублей. Общий ущерб авиакомпании составил 15 миллионов. Возбуждено 2 уголовных дела, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время сотрудники ФСБ устанавливают иные эпизоды его противоправной деятельности.